Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Забираем сундук за 7-й день. Магнит. Амортизаторы прыжков. Так, в магазине. Бесплатно открываем с тобой сундук. Элис. Новая одежда. Команда. Так, команда. Секунду, подожди. А, ну, поздороваемся, во-первых. Что-то мне подсказывает, что я не успею в этом сезоне уже забрать. Хотя можно попробовать. Топовое место, да? Нам нужно 50 тысяч кубков, насколько помню. А в данный момент у меня лишь к 26 приближается. Да и то не факт, что мы и возьмем. Но в любом случае надо попробовать. Так, забытое шоссе у нас впереди. Давай рандомно попробуем получить какой-нибудь новый. А почему бы и нет? Клоун с ушами, самое то. Поехали. Забытое шоссе. Я уже кататься разучился, если честно. Воу-воу-воу-воу, смотри спорткар, что делает. Там не только спорткар, там еще и мотоцикл. То есть я спорткар тут вообще, что ли, обогнать? Ой. Поехали тогда сюда. То есть даже если я постараюсь, мне никак не получится его обогнать. Ну, тут что-то немножко... Куда он там делся? Он перевернулся, что ли, друзья мои? Я не понял. Ты гляди-ка. Он там где-то встрял, короче. И я, ребята, первое место занял. Замечательно, просто замечательно. Так, откроем этот сундук. Зимние шины, ускоритель фляг. Здесь защитная арматура. Еще шахты. Рок-н-ролл. Опять мотоцикл тут. Ну, началось. Как же терпеть не могу вот эти вот. Воу. Уже так близко. Но, ребят, я все-таки здесь взял первое место. Вот это я, наверное, зря туда, да? Я понял, когда уже стало поздно. А мотоцикл заехал наверх, как ни странно. Я успел, ребята, это увидеть. Но то, что мы сейчас с тобой переломались, это вообще... А что это у него мотоцикл-то? Друзья мои, мотоциклист разбился в сметку. Как я погляжу, блин, нам бы тут самим бы в сметку не разбиться. И вот он, финиш. По-моему, я буду здесь первым. Да, ребят, 26 тысяч кубков, блин. Не так уж и близко. И почему-то мне кажется, что там, ребят, еще будет босс. Так, тут у нас багги. Довольно шустрые баги, я тебе скажу, но рычка не обхитрить. Проехали мы с тобой здесь идеально. Без идеального старта, да? Ненавижу, когда без идеального старта мы с тобой едем. Зато обожаю, когда мы вот так вот с тобой начинаем бустить. Просто бустим на ровном месте. Идеальный старт. Ох, даже наверх заехали. Кто-то говорит, убери ты этот ускоритель приземления. Я не знаю, ребят, мне почему-то нравится он. Я не знаю, почему он вам не нравится. Мне так, конечно, прикалывает. Так, слушай, мы скоро с тобой возьмем первую награду за сегодняшний день.
Кстати, мы не посмотрели, знаешь, что события какие у нас, новые, не новые. Атьев, кактус врезался. А этот кактус прилетел. И тот тоже, кстати, прилетел кактус. Оу, ноу, 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 не надо. Это плохо. Сейчас было тот с нитро, смотрю, там едет. Ой-ой-ой. Сейчас он, если горючий не подобрал. Нет, он не подобрал. Вторым. Ну, лучше вторым, чем последним, согласись. Потому что я практически отставал там очень сильно, ребят. Три раллийных авто здесь едет. Песочек у нас, да? У нас тут песочек. Ну, я думаю, здесь вообще все там позади где-то остались. И мы с тобой взяли первый. Хотя, смотри-ка, на хвосте. Ребят, буквально на хвосте чувак сидел у меня. Чуть-чуть бы где-нибудь задержался бы я, и все, и... Финита ля комедия. Да-да-да-да-да. Вот вам, ребята, элементарный только что был пример идеального приземления. Практически на них я и пробустился. Кубок ледника. Кто-то мне сказал, Рэй, езди на деньги. Где тут, ребята, ездить на деньги? Вы объясните мне. Начинается вот этот ветродуйка, блин. И она, как всегда, не вовремя. Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Ёд просто эта льдина, блин. Ну вот, ребята, вот вам и итог. Я помню, помню этот прикол. Чувак куда-то улетел. Слушай, у нас с горючим-то все отлично, у нас с горючим. И первое место еще ко всему прочему. А куда там баги улетела? Ты видел, она в небеса куда-то там взмыла. Идеальный старт, отлично. Так, только не говори, что тут сейчас, блин. Тут главное набрать скорость и... Все, утонули. Трындец, как на эту кость паршивую попасть? Я вот сколько раз пытаюсь, ребята, не получается у меня. Второе место, ну это понятно, за то, что я разбился. Один раз там, по-моему, получилось у нас как-то заехать на эту кость чудом каким-то. Ой-ой-ой. Да куда ты? Вот, ребята, опять сейчас был мини-буст. Ну как мини-буст? Идеальное приземление. И вот за счет него у нас вот такие вот получается. Как тебе сказать? Не назвать это мини-бустом. Ну, короче, подрывки. Подрывки эти. Мы приземляемся, и видел в горочку. Без нее бы я бы фиг заехал бы. Без вот этого мини-бустика, который дается при идеальном приземлении. А в остальном... Дурочку надо было заезжать сюда, да и все. Смотри-ка, как получилось все, а? Просто на заднем колесе профорсировал и... Че это, чувак, ну... Лыжник, что ли? Так, ну что, открываем. Это у нас... Крылья, вскрытый дым. Короче, там на лихача у нас выпало. Ну, кто-то говорит, что лихач очень... Нет, в принципе, вот сколько я не соревновался с лихачами, ребят, я их обогнать не мог, ни одного лихача еще. Я думаю, что, может быть, дать, ну, на нем надо уметь кататься. Ой, куда это, в поднебесную это полетели? Рэй, давай, завязывай. Это хочет разбиться, просто чувак хочет разбиться. Это камикадзе просто какой-то, а? Неугомонный. Интересно, а можно тут когда-нибудь вообще самого себя увидеть? То есть, как бы, ты соревнуешься и... Тут же твоя копия. Наверное, нельзя.
Я вижу, 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 сзади там барахтается. Куда? Смотри, вперед батьки, а, хочет. Еще сопли не обсохли, ё-моё, уже лезет куда-то там. Не, не сопли, я бы сказал бы. Еще молоко на губах не обсохло, да? А просишь такую вещь. Это когда я раньше комиксы рисовал, у меня там... Ой. Это, наверное, зря было. Да, блин, что мы... Ну, а что делать, друзья? Все способы хороши, что поверху, что понизу. Так мы с тобой взяли даже первое место. Ой, а это что такое? Морковка там впереди? Морковочка? А что, ребята, за морковочка там у нас впереди, а? Скажи-ка мне на милость. Блин, опять спорткар. Тихо, тихо ты. Не пугай папочку своими замашками вот этими вот. Есть. Конечно, Виктори. Еще бы не Виктори. Идеальный стартон. Куда мы там полетели? Там что, формула что ли сзади тащится? Как я погляжу. Так, крокодильчики, сори. Давай, 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 давай. Ёк-макарёк, уже прям уже сидел на хвосте, ё. Я на этих крокодилах просто немножко там. Еще бы чуть-чуть бы, или где-нибудь там провалился бы, или еще что-нибудь в этом роде. Все, ребят, первого места бы мне не видать, как своих ушей. Ну вот это что сейчас было? На каком-то плешивом крокодиле, а? Встряк. Давай, 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 Рэй, форсируй. Изи. Фью, мастер-класс, друзья мои. Ну а как еще по-другому? Да никак. Так, что-то мне эта трасса знакома. Ну тут, блин, лихач, ребят, все тут. Первого места нам не видать. Фига мы там. Тот правильно, тот умно поступил. У меня такое ощущение, что они просто знают раз. Ну как он может приземляться именно там, где нужно? Понимаешь? Там он сбросил скорость, там он поднял. Я, например, не успел. Если я лечу на фиг на скорости, как я могу увидеть что-то впереди? Даже если я увидел, что там спуск, мне в любом случае резко не поменять. Не сбросить скорость или еще что-нибудь в этом роде, понимаешь? Вот как вот ты вот летишь, и что там впереди? Ведь неизвестно же. Давай, 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 прилетай тут бугор. Есть, ну тут хотя бы первое место взяли. Причем отрыв, ты посмотри какой. Нормальный. Или хач там приехал. Ать. Я переборщил с кнопкой. Я лечу дальше всех. Только толку-то мне от этого, что я прилетел дальше всех. Второе место взяли. А по итогу первое. Я говорю, морковка будет моя. Ребят, глубоководное, блин, погружение. Что диверсии, что глубоководное погружение мне не нравится. Такие трассы мне не нравятся. Что там? Кто там? Что он там делает? Что это за форсирование такое сейчас было? А, так там еще, ребят, ролик-то едет одна сзади меня. Вот здесь была моя большущая, ребят, ошибка. Хотя, что показалось мне ошибкой, стало вроде бы как моим спасением.
Фига там. На форсаже, что ли, он там едет? Ребят, он ехал на форсаже. Вон у него там форсаж, нитро и крылья. Крылья под водой? Допустим. А, вот это тоже мне не нравится, ребят. Трасса. Мне нравится трасса Билла, что-нибудь такое. Несмотря на то, что там чувак споткнулся, он все равно едет первым. Что он там у него в руках? Ну зачем ты это? Нафига ты перед самым финишем решил залезть на этот вшивый пенек? Зачем он тебе сдался? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай еще перевернись. И будет вообще нам топ. Такс. Я вижу, 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 ребят, что он не отстает от меня. И все-таки первое место берем. Он ехал прямо, ребят, прямо подо мной, ну, прямо за мной, не отрываясь, так скажем. Ой, черепаху, я эту помню. Ну зачем тебе надо было вот врезаться в эту... Вот из-за элементарных вот этих, ребята, мелких ошибок мы с вами занимаем слабые места. Ладно, последняя гонка. Там врезался, тут немножко скорость сбавил. И все, и вот тебе итог. О, нафига вот сейчас надо было спрашиваться так делать. Нет, парень. Папочка будет первым. А вот у нас и развлечения. Вот они развлечения. Вот про них я говорил. Диверсии эти. Какие же это развлечения, когда это диверсии, ребят? Нашли мне тут тоже. Ух. Давай, 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 не подведи. По-моему, все, да? Первое место. Обеспеченное первое место. Так, здесь у нас мы заезжаем в саму пещеру, да? И, как всегда, вот эти вот прыжки никчемные, никудышные. ККМ-ка сзади напрягает. Ну как напрягает? Она не нервирует тем, что она просто в зоне видимости. Ну а тут я тебе скажу уже сразу гарантированное первое место у нас. Потому что даже если мы с тобой проиграем сейчас в данный момент, то по совокупности очков у нас будет первое место. Тупо, да, было? Ой. Ну вот это вот, вот это как называется? Ну чувачок-то там тоже, конечно, опрокинулся один. Все, видимо, хотели прыгнуть, но никто не попал. И я еще и первым вырвался. Здоровски. Ну что, морковка наша? Да, ребята, эта морковка, это, походу, дело... Нет, это не может быть костюмом, это, скорее всего... Так, кубок пустыни. Это, скорее всего, ребята, то, что он в руки берет. Он обычно там... Что у нас там? Только жезл был, да? Морковка это от костюма Банни. Или гражданка Банни, или Банкс Банни. Так, тут три этапа, не забывай об этом. Окей. Мотоцикл первый, мотоцикл второй и еще и багги. Два мотоцикла, друзья, это... Конкуренция. Как ты понимаешь. Вот здесь вот был вообще никудышный, ребята.
Ну, естественно, мотоциклы там перелетят сейчас. А может быть, не перелетят, я не знаю, там встряли или не встряли. Ну, мы первое место, все. Теперь уже не имея значения, какое мы займем место, первое у нас в любом случае будет. Там то ли форсаж кто-то врубает, что такой звук свистит там, шелестит, что-то не могу понять. Ну вот и все. Лишний раз папочка доказывает, что он лучший. Нет, 26 тысяч кубков мы сегодня возьмем, судя по всему, друзья мои, возьмем. Первая передача у нас. Кубок Хилл Климп. Кстати, у нас денег-то и достаточно, может быть, Хилл Климп дальше продолжит прокачивать, мы же его с тобой не докачали. Точно, вон он, ребята, он на форсаже едет. Этот звук, это означает, что кто-то едет на форсаже. Я уже его как облупленный узнаю. Хорошо, мы так пролетели. Лучше, чем баги. И, кстати, спасибо за то, что... Ну, правда, это давно уже был комментарий, но я только сейчас о нем вспомнил, что... Почему мы с тобой занимали и ехали просто на... на баге. Потому что у меня на баге не было рекордов, ребята. Игра подставляется под твои личные рекорды, и, я так понимаю, она подбирает противников, да, под тебя. Поэтому, когда мы с тобой на баге довольно хорошо прокатались, нам стали давать достойных противников. Поэтому во второй гонке было не все так просто, как в первой. Это, я так понимаю, касается любой машины, да? Какую не возьми. Вон опять чувак там на нитро. У него же нитро, и у него же, я смотрю, форсаж. Видишь, он форсаж берет. Слушай, они тут все едут с этими, с форсажами. И с нитрами практически. Ну, кроме меня, конечно же. Я еду на добром слове. Мне не нравится нитро и... Нет, ну нитро ладно, форсаж мне не нравится. Форсаж, если не дай бог ты горючку пропустишь. Может быть, если, конечно, у него прокачана она офигенно. Да-да, есть смысл, ребят, ехать на ней. Блин, ну я не должен занять последнее-то место. Ты видел, как чувачок не доехал? Просто не вытянул. А у него... Нет, форсаж не кончился. Ну, что-то там у него пошло не так, и он съехал с трассы. Вот объясни, сколько у него там этого форсажа? Что он едет, едет, и он у него не кончается. Я не знаю, я знаю, что я первое место получил. Так, ну что, еще гонка у нас. Наверное, две даже гонки. Миля в пустыне далеко-далеко. Я так и не помню, где вы там сказали зарабатывать деньги? На событиях или где? Говоришь, много-много денег будет. Слушай, спорткар здесь. Хотел приземлиться же на два колеса. Вот это вот плохо для моей машинки. Ёк-макарёк, еще и лиха. О, все, ребят. Допрыгался кузнечик. Еще и ускорение мне дали под этот. Вообще не в кайф. Да, если бы там не впендрюкался бы, конечно. Ну нафиг ты летишь-то так далеко, высоко, блин, ну. Понятно, перед финишем самым. Сдал, блин, на тормозах. Меня бесит то, что машина моя летит офигенно высоко, блин. А еще бесит, когда ты во время прыжка срабатывает турбо. Обалденно просто. Просто оно так вовремя срабатывает, и ты летишь хрен знает куда. В стену обычно летишь, или в потолок. Вот типа сейчас вот такого вот
Вот сейчас они, конечно, подкололи. Набираешь скорость, да, и впереди тебя такая просто отвесная стена. Поехали. Фиг ли здесь придется вот так вот, как, понятное дело, по-другому никак. Все, приплыли, наконец-то. Гоу. Багги, ребят, как всегда, вырывается вперед. У нее всегда так поначалу она вырывается вперед, а потом сдувается потихоньку. Это на крыльях сейчас полетит далеко, наверное. Что-то у него крылья, по-моему, не раскрылись. Ой, тихо. Ну вот, опять, ребята, элементарный пример. Нахрена ты летишь так высоко? Я не понимаю вот этого вот. Она летит, блин, в поднебесную просто, понимаешь? Из-за этого скорость теряется. А по-другому там нельзя разгон сбросить, ребята, иначе ты просто не заедешь. Она мне напоминает сразу этот, скажи мне, я скажу. Супер Дизель. Та же самая беда. Абсолютно та же самая беда. Ты подпрыгиваешь, только там это хотя бы едет после того, как приземляется. А та еще и приземляется, как мешок, извини меня, с навозом. И не едет никуда, и раскочегаривается по 3 часа. Понимаешь, да, о чем я? Е, нормально. Последняя гонка. Последняя гонка, и я думаю, что мы с тобой возьмем уже 26 тысяч кубков. Вот спрашивается, вот это надо было тебе? Я захотел скоротать, ребят. Юу, и скоротал. Эта помойка, ребята, отстала. Ну что, забираем 26 тысяч кубков. О, тут еще и монетный ускоритель. Получили. Да, друзья. Так, можно когда... Так, наверное, сегодня. Так, ну что, в приключении? Или где зарабатывать? На событиях. События, ребят, эти события у меня не получается проехать. Тут на гонках. На зиме. На зимушке. А на чем там надо было проехать-то? Я, кстати, не посмотрел, какая там машина нужна была. Нормальная такая трасса, да? Это ты вот здесь вот сказал, что я заработаю много денег? Я бы этого не сказал, ребят, что здесь ты много денег заработаешь. Сундучок один взяли. Слушай, а у нас... А, у нас шины нормальные, как раз для зимовки, да? Как раз для зимовки. Поэтому здесь мы нормально проедем. То есть, конечно, где-нибудь не перевернемся ненароком. Они же любят такое делать. Стоп. Горючее тут надо брать. Кто-то прям в этой в яме. Смотрю, там погиб. Так, здесь поедем аккуратно, да? По мере возможности аккуратно. Что это за резкий такой спуск? Оп. New record? Что, серьезно, что ли? Ребят, мы рекорд побили. Свой же.
Это радует. Все, закончились пещеры. Так, 3 сундука уже у нас насобиралось. 3 сундучка есть. Самое обидное, ну как обидное, ребят, то, что здесь ни от кого не надо уезжать. Едешь себе на расслабоне. Ну, единственное, конечно, это горючее. Если ты горючее, не дай боже, прозевакал, то я боюсь, далеко ты не уедешь. 4 сундука. Фу, это что такое? Фу, нафиг. Ничего себе такой прикол они делают. Так, через 200 метров будет следующий сундук. Что за снеговик? Что за вредитель? Действительно, снеговик-вредитель сейчас стоял. Он так и хотел, чтобы я в него врезался, чтобы он меня опрокинул. Но благо у нас получилось, все отлично. 5-й сундук взяли мы. Следующий через 500 метров. То есть через каждые 500 метров у нас появляется сундук. А горючее где появляется? Непонятно где. Где, ну вообще? Вот оно. Так, тихо. Здесь. Ой. Да, лучше по низу прыгать. Не будем рисковать. Там снеговики внизу стояли. Ну, снеговики — это аналоги кактусов в пустыне. Тоже мешает. Об них, кстати, можно еще и, ребята, ну как, перевернуться, если заденешь краешком. Можно так с альтухона навернуть, что мало не покажется. Так, ну что, 260 метров. Заезжай, заезжай, заезжай. Нет! А там будет? Будет. Мне нужно, знаешь что? Мне нужно горючее найти как можно быстрее, потому что... Вон оно. Впереди где-то. Что за это-то, а? Ну тут-то заедешь, заехал. Так, уже 7 сундуков. Тихо, не перевернись. Трасса, я заметил, все хуже, хуже, хуже. И хуже, друзья мои. Ну, не трасса, я имею в виду, а именно препятствия. Горки вот эти вот уже крутые какие-то начинаются. Лофуил, нет, 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 доезжай, доезжай. Короче, это как и в первой части, ребят. Надо успеть доехать до горючего. Если ты не доехал, то ты сфейлился. И я так понимаю, что сундуки могут тебя тоже ненароком убить. Так, вот горючее. Да. Тихо, 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 отлично, успел взять. Твою налево, вот чего-чего, я не думал, что я смогу. Я думал, этот комочек, все, ребята, он недействительный. А он меня развил. Смерть от комка, зашибись. Новые колеса получили, 4... Это вот вы здесь, ребята, говорите, что ты заработаешь много денег? Я очень сильно сомневаюсь, но тем не менее... Подожди. 55 тысяч, нам нужно 100 тысяч до одной звезды. А сколько мы проехали вообще? Я не пойму, а где тут? Тут не показано, сколько мы проехали. Я имею в виду по километражу. Или показывается? Это зима? Да, зима. 4 километра 106 метров. А у нас рекорд в горе. 10 тысяч. То есть в зиме самый слабый рекорд. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.